Бедняга Эфенди нередко совсем один. Ходит, как тень, на поясе ятаган. Все удивляется, как дожить до седин. Вроде молод еще, а не юн, не пьян. Вот только пару слов бросил, могу подождать. А сколько камней он на душу положил. Хуже, пожалуй, лишь на плахе лежать, когда к тебе шествует мастер крюков и жил. И кто же та дева, что стала тому виной? Совсем из других краев, а той же бедой больна. Она одного подождет, Эфенди ее. Вот уже 1000 лет ни покоя, ни сна. И был бы кто на примете, кто на язык мостак, он прямо бы в уши этим двоим сказал. Вряд ли, ребята, протянете вы до 100, если поверите чести, а не сердцам. Ночь, соловей и стандартный розовый куст. Можете заменить на канаву отхожих мест, вот хоть бы тут сорвались слова бы с уст, с верой, что кто-то не выдаст, а кто-то не съест. Думала, будет он благородный тон. Здраво вроде бы судит, не рубит с плеч, но так и с ним по всему не построишь дом. Сына не вырастешь, коли в рассудке течь. Знать для тебя, Эфенди, я та же дыра. Я и сама в такую порой гляжу, только лишь это и получается, но ура, ты как дурак твердишь, ничего, подожду. Лучше, как встали. Сердце яд, в рот кинжал. Я позабыла как-то наоборот. Так может раз и все, никого не жаль, души в гиене огненной, кровь напоила рот. Мы же с тобой не мелочны, две души. Слепим себя, не смея признаться в том, что лучше неблагородно мы поспешим, а кто-то нас подождет с пересохшим ртом.